Всем привет, ребята! Вы на канале ТНТ Фокс. Сегодня будет шестая часть взрыва различной пиротехники. Так, сегодня осталось у нас много петард различных. Вот такие бабочки, корсары вот разные. Смотрите. Так, давайте выберем, что будем взрывать. Точнее, все будем взрывать. Возьму карман сразу, чтобы не бегать. Так. Вот такие петарды возьмем. Так, давайте первое, что тут есть, запустим вот такой салют, чтобы было интересно. Начнем с него. Так, установим где-то здесь. Так, где тут есть хорошее место, чтобы установить. Так, давайте здесь ставить. Так, немного тут очистим место, чтобы он не перевернулся. Так, ставим вот так. Что ж, давайте поджигать. Так, беру зажигалку. Так, вот фитиль, поехали. Отличный получился салютик. За салют ставьте лайки. Так, давайте дальше петарды взрывать. Сейчас выберу, что у меня тут есть. Так. Есть вот такая петарда П-2000. Так. Освободим фитиль. Поехали. Класс. Поехали. Так, давайте буду устанавливать. Так, лучше петарды взрываются. Так, следующая будет вот такой Корсар 4. Поехали. Поехали. Отлично. Так, давайте попробуем сразу два таких поджечь. Так. Так, есть один. Еще один. Так. Один. И второй. Поехали. Есть взрыв. Так. Установим вот такой жук. Два взрыва. Отлично. Так. Еще Корсар 4 остался.
перегорел. Давайте затестим вот такой мячик. В прошлых сериях они не все взрывались. Посмотрим, как этот раз будет. Так, один тоже не взорвался. Давайте еще. Так, вот этот фитиля здесь нет. Так, давайте выберем еще, чтобы такого повзрывать. Так, остались у нас ракетки. Вот таких две. Давайте их запустим. Первая пойдет свистулька. Есть взрыв. Дальше ракета ВР-1. Остались еще у нас петарды. Давайте затестим вот такие римские свечи. Так, давайте первую от феерии затестим. Посмотрим, как она взрывается. Так, буду запускать с рук, чтобы не бегать. Есть, так, берем другую. Теперь от Джокера. Это должна быть поярче. Так, поджигаем. Отлично, как по мне, от Джокера была римка намного лучше. Так, давайте, какие петарды мы тут еще не взрывали, давайте запустим бабочки. Вот так. Сейчас возьмем, с чего их запустить. Вот здесь. Вот так. Так. Первая пошла. Фитиль прогорел. Берем вторую. Также не хочет.
еще одна есть. Что-то, ребята, бабочки просырели. Давайте взорвем еще несколько петард. Будем заканчивать. Вот так, три штуки. Так, ставим первую. Первую петарду вот здесь. P2000 от Zeus. Корсар 4. И осталась у нас розочка вот такая. Давайте ее тестить. Отлично, ребята. Что ж, на этом будем заканчивать эту серию. Надеюсь, всем понравилось. Кто не видел, смотрите предыдущие выпуски. Они получились очень клевые. Также подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на второй канал, ссылочка будет здесь, а также в описании. На втором канале также выходят каждый день крутые видео, как и здесь. Всем советую заценить. Ребятки, смотрите обязательно предыдущие серии. Там были крутые салюты, римские свечи, петарды. Короче, много различных пиротехнических штук, которые вы должны заценить. Нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать новых видео. Смотрите здесь 4 ролика, они тоже очень клевые. Пишите, что вы думаете по поводу сегодняшнего ролика, понравилось или нет. Ставьте лайки, поддерживайте канал, предлагайте новые идеи. С вами был TNT Fox, до новых встреч!